Вот так вот отдыхаем тут. От война будет. Засняли, да? Кино. Да они даже сюда не разрешают. Ну просто заходи купаться в море можно. Почему? Да? Все я можно. Все можно. Дело-то из-за лежанки. Вы что, не понимаете? Так ну в том-то и дело, что ему лежанку не взяли. Да надо заплатить было и все там эти $10 несчастных. Все проблемы. Вы правильно же? Они же правы. Вы ведете себя неправильно. Вы неправильно, конечно. Вы ведете себя отвратительно. Девчонки, вы провоцируете их. Они-то ни при чем здесь. Вы неправильно себя ведете. Я уже не первый день за вами наблюдаю. Они-то правы все. Ну что, смеяться? Да каждый день нет. Да вы правы, правы. Да все. Маленько. Ну надо помогать. Помогать-то надо своим объясняться. Не, ну объясняться, ну а он-то культурный, пришел, рассказал, два сказал. Говорит нормально. Да, какой в отель? Да другой в отель. Другой отель. А почему не лезет? Лезет. Да потому что это наш отель, понимаете? Нет, парк, это я понимаю. И бады, это один хозяин. Один здесь, хозяин, то же самое нас здесь. Мне просто, говорю, у мальчика, у Паши, вот, у него другая бирка. Если они муж с женой, почему у них разные бирки? Да потому что вот у нас сначала красную дали, а потом белую дали. Это в одном отеле? Это в одном отеле дают разные бирки. Видите, была красная, стала белая. Все, проблем нет у меня, понимаете? Я понимаю, зачем с ними-то их? Да говорите, с ними-то не ругаются. Да нет, ну там в отеле-то объясняли сразу. Возьмите бирку и все, и пользуйтесь этими. Ну вот и кино получилось. Я офигею. Вот тут я лежу. Наши русские умеют отдыхать. В историю попало. А суть такова, что пляжи, это отельные пляжи. Вот такая бирка должна быть, белая. Белая. А вообще красные мы по приезду дали, дают белые бирки. $10 отдай и все, и спи, пользуйся этими ихними, этими кушетками, матрасами, мне, пляжем. А наши не понимают. Халява. Это называется все на халяву. Приехать. Кушать на халяву. Пить водку эту. Раки эти. Все халява. И требуют. Заплатили 100 рублей. А пользоваться надо на 1000 рублей. Типично русская душа. Вот так вот тут и живем. Еще 5 дней тут будем жить. Купаться, отдыхать и загорать. И воевать. Боевые действия. С турками. Да. Успокоили парня. Тишина. Два курорта у нас. Это Египет и Турция.
где все включено, и россияне свои права, права включают. Все мое, все наше. Такая вот. Нормально, короче. Поехали. Пошли спасать своего парня.